что это традиционное собрание, которое мы проводим каждый раз в декабре месяце. В этот раз немножко у нас расширенный формат, мы в новом кафе на улице Искусств в городе Харькове собираются наши единомышленники и союзники во всех городах Украины, в Киеве, в Одессе, в Днепре, в Запорожье. Мы им шлем горячие приветы. Сегодня у нас в программе подведение итогов и презентация одного нового проекта, который творческий большой проект, который мы объявим сегодня, и он стартанет буквально с первых чисел января. По всей Украине мы надеемся, что к нему подключатся международные участники. Кроме того, в заключении будут подписаны так называемые договора о партнерстве в сезоне 2019 года. Я со стороны как бы рекламного партнера хотел бы сказать, что в следующем году будет абсолютно новая предложена экипировка, будет новое оформление машин, будет придумано ряд рекламных акций, будет сувенирная поддержка. Я надеюсь, что к нам присоединятся еще и другие люди, которым это все не безразлично, потому что ретро-движение только начинает вообще зарождаться, скажем так, на Украине. Мы пытаемся его использовать более активно. В 2019 году «Звездное ралли» финиширует в непривычном месте для постоянных участников. Это город Кропивницкий, бывший Кировоград. И у нас есть масса вопросов, которые обсудить. Во-первых, у нас появились первые партнеры. Их надо озвучить, показать людям. Во-вторых, меняется совершенно формат мероприятия, что мы на месте в Кропивницком, нас впервые на государственном уровне администрация города будет встречать, организована встреча, вызваны все оркестры. В общем, городской праздник. И второй день, именно уже там, в Кропивницком, у нас будет проходить спецучасток по Кировоградской области. Много, очень много будет интересного. Вот мы, собственно, для этого и собрались.